Активисты регионального отделения партии «Единая Россия» и руководитель отдела ЖКХ Карачаевска провели рейд по отремонтированным объектам города. Они посмотрели, как проходит благоустройство дворов в рамках национального партийного проекта «Городская среда» и «Года благоустройства». Альбина Ламкова продолжит тему. Сидеть приятно, детям есть где поиграться. Нам нравится, да, очень даже хорошо. А до было очень плачевно. Плачевно даже выходить. Аж было страшно. Ходишь, вот тут не тонешь, вот так за 40 лет по колено вода была. По крайней мере, хорошо. Здесь. Куда хорошо. Только не писали, куда только не говорили. В рамках национального партийного проекта «Городская среда» и «Года благоустройства», объявленного главой республики Рашидом Темризовым, провели капитальный ремонт дворов в Карачаевске. Такие позитивные изменения принесли жильцам положительные эмоции, особенно в преддверии новогоднего праздника. На данной территории расширили и заасфальтировали дорогу, положили плитку и установили фонари с ярким освещением. Строители также установили детскую площадку. Все выглядит очень компактно. Здесь появилось и небольшое место для игры в футбол. Безусловно, таким переменам рады и дети, и взрослые. В этом дворе осталось установить только лавочки и урны. Люди благодарны строителям, так как они учли все пожелания жителей. Со дня основания дома, а это 40 лет, капитальный ремонт здесь не проводился. В рамках года благоустройства, объявленного главой Рашидом Борисовичем Темризовым, и в соответствии с национальным проектом партии «Единой России», в этом году мы обустраиваем 20 дворовых территорий, 5 общественных пространств и одну парковую зону по улице Чкалова. На сегодняшний день по всем дворовым территориям у нас частично дворы, большая часть, процентов 70 сданы. В лесопарковой зоне по улице Чкалова Карачаевска провели капитальный ремонт. Теперь это место не узнать. Очень грязно было здесь, очень было грязно. Вот, ну, я здесь хожу, все грибы собирал все время, тут заросли были, а сейчас тут приятно ходить даже. И вот заниматься можно, и отдыхать можно на пенсии, и дышать свежим воздухом. Все условия есть, только живи, радуйся. На территории лесопарка появились пешеходные дорожки, выложили тротуарную плитку на площади 1200 квадратных метров. Также установили 69 лавочек и столько же урн для мусора. Появилась спортивная и игровая детская площадка с тренажерами и качелями. Есть и автостоянка. Отреставрировали и памятник борцам за советскую власть. На это понадобилось 120 кубических литров бетона. Осталось сделать дорожную разметку пешеходных переходов и установить знаки. После благоустройства парковой зоны эта территория станет самым любимым местом для отдыха и прогулок горожан и всех его гостей. Ранее здесь невозможно было пройти. Все люди для того, чтобы добраться до места своего назначения, проходили по трассе. А сейчас же здесь есть тротуарные дорожки. Альбина Ламкова, Алибастанов, Вести Карачаева-Черкесия, город Карачаевск.